Прожил 90 лет Фарук. Утром встал исполненный кручины. О себе задумался он вдруг, низко опустив свои седины. Пожил я, и хватит. Человек должен совесть знать. А мы забыли, что пришли на землю не навек. Надо мне подумать о могиле. Надо мне оставить в стороне горести и радости мирские. Надо помнить о последнем дне, отвергая помыслы другие. И пошел к гробовщику старик, с бренной жизнью мысленно прощался. Но случилось так, что гробовщик рядышком с Цирюль не помещался. Только на крыльцо ступил Фарук, сотрясаясь всем бессильным телом. В красных ичигах, в халате белом, девушка из двери вышла вдруг. Есть ли в мире сердце, чтоб осталось равнодушным к прелести такой? Перед ней согнет колени старость, смерть отступит перед красотой. Сердце стариковское бросала девушка то в пламя, то в озноб. Засмеялась и, шутя, сказала: «Как дела, мой дед? Вам нужен гроб?» «Что ты, дочка, смерть не у порога! Рано думать о последнем дне. Бородой оброс я, и немного бороду поправить надо мне.